состоится самое ожидаемое событие года на телепроекте «Дом-2». После долгих ухаживаний и многочисленных отказов Жене Рудневу удалось получить согласие от Либерж по Дону. И сегодня она наконец-то станет его законной супругой. Уважаемые Евгений и Либерж, у вас есть то, что ищут, и о чем мечтают многие. Удивительное и ни с чем не сравнимое чувство любви. Это великое счастье, которое дарит вам возможность любить и быть любимыми. Наступает торжественный момент – государственная регистрация брака. Итак, позвольте вас спросить, готовы ли вы жить для счастья любимого человека? Не давать поводу сомневаться друг в друге, любить и безгранично доверять. Прошу ответить вас, Евгений. Готов. Ваш ответ, Либерж. Да. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, ваше взаимное желание и согласие дают мне право зарегистрировать ваш брак. Я приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении брака. Прошу вас. России, Москве, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравляю вас! Yeah.
тебя на